Михаил Павлович, учитель истории и обществознания школы номер 28. В Химках подвели итоги конкурса «Педагог года». На сцене победитель Михаил Бурцев, учитель истории и обществознания школы номер 28. Поздравил лучших педагогов городского округа глава муниципалитета. От всей души благодарю вас за ваш кропотливый труд, за ваше упорство, за трудоспособие, за ваше терпение, которое стоит дорогого. Желаю здоровья и семейного благополучия, и пусть ваши ученики гордятся вами, а вы будете гордиться ими. Спасибо. Победители и лауреаты номинации «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Учитель года» получили денежные гранты главы городского округа, настенные часы с символикой города, благодарственные письма. К празднику присоединилась депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Профессия – это удивительно. И, наверное, в эту профессию никто не идет просто поработать. Ее выбирают душой, сердцем. Ее не просто изучают, а к ней стремятся. В этом году в конкурсе «Педагог года» приняли участие 57 человек – учителя, воспитатели, преподаватели дополнительного образования.